Не хочет пациент удалить и ставить новую плату. Дальше. Правильно. Я, Игорь, мыслите как хирург все-таки. Сразу все удалить, снять, снять. Не-не, я сказал спонтан, снял. Ага, значит, мы снимаем ортопедическую конструкцию, естественно. А, выкручиваем этот батмент, устанавливаем по возможности заглушку, если да, мы найдем эту заглушку от этой системы, потому что в центр приходят с такими космическими системами, что чего-то нет. Ну, по возможности, да, нам нужно что-то или адаптированное, или что-то подходящее туда. Ну, в общем, сейчас соединение абатментов с заглушками у всех фирм, там они отличаются, у Анкилоза, Нобеля и Астра, остальные как бы плюс-минус все подходят друг к другу. Силиконом можно так? Можно, чем хотите. Все равно, какая разница, народное тело и народное тело. И начинаем наше пластическое мероприятие. Мы оговорили, что нету здесь ни воспаления, нету большой костной резорбции. Ну, произошло вот такое, потому что очень малый объем прикрепленной десны. Что нам нужно здесь сделать? Чтобы ничего не было, ни через 5, ни через 6 лет не было потемнения десны, обнажения. Вам нужно увеличить объем вот этой прикрепленной десны, а на будущее выбрать еще потом другого ортопеда, который сделает нормальную коронку и не создаст нам условий для еще одной проблемы. Значит, ну вот здесь наш имплантат. Мы готовим реципиентное ложе абсолютно, как всегда, по одной и той же методике. Вот так вот выглядит ваш разрез, и не более. Вы не рассекаете сосочек ни в коем случае. Он будет надрезан только с одной стороны. Здесь вы расщепляетесь, здесь вы полнослойно отслаиваетесь аккуратно, вот так вот, без вертикальных разрезов, высоко-высоко, до слизистой, и в слизистой вы расщепитесь немножечко, чтобы тоже немножко мобилизовать. Много там расщепляться не надо, там совсем вот, просто чтобы, вам туда надо будет потом шить. У вас нужна там зона вот эта, чтобы она была свободна для прохождения иглодержателя и иглы. И начинаете забор трансплантата. Это уже у нас небная поверхность. Делаете один разрез. Второй делаете расщепленный разрез. Здесь вы разрез делаете тоже расщепленный, естественно. Отслаиваете вот эту перемычку, чтобы она уже была готова у вас. Внизу у вас полнослойный просто сам по себе соединительный тканный комплекс. И начинаете отсюда вести. Вот здесь у вас зубы, это небо. Вот вы ведете свой полнослойный разрез параллельно окклюзионной поверхности. Делаете для удобства себе вертикальный полнослойный разрез, если он вам понадобится. Будьте очень осторожны, если это центральный резец, в зоне второго, третьего зуба ребристая поверхность неба может вам мешать расщепляться. Ну, не бойтесь, там все равно много десны, чаще всего много, объем хорошей ткани. Вы начинаете вот отсюда потихонечку расщепляться. Расщепились. Здесь у вас полнослойный разрез. Получили лоскут, который мобилен с дистального края. Выводите этот лоскут сюда, просовываете его под эту перемычку расщепленную, вкалываете иглу в дно, как бы будущего реципиентного ложа, выше, чем граница со слизистой оболочкой, да, слизистая десневая. Выкалываетесь, прокалываете ваш лоскут таким же образом. Вот такой у вас шов получается. Выводите здесь иглу,
проводите ее под расщепленный лоскут, выкалываетесь наверху на границе слизистой и утаскиваете туда этот трансплантат. Значит, результат у вас полностью перекрывается вот эта зона, создается дополнительный объем мягких тканей, дополнительная зона прикрепленной десны. Да? А зачем ставить заглушку? Почему нельзя сделать отвертку плоскости, после нее продеть импланты, одеть длинную коронку со сниженным контактным пунктом? То есть не 5 метров даже. Слушайте, ну вы убийца лоскута, да. И все умерло сразу. Она не умрет. Маленькую крышку, то есть ее... Там он так-то еле питается. Не сильно прижать, а просто вот фиксировать, чтобы взять высокий абатум даже. Нет, не надо так делать. Он и так весь травмированный, расщепленный. Мы делаем так... Сосуды перегнули, перевернули все. Дайте вы ему время зажить, походит он у вас так. В любом случае, вы можете через неделю делать микропротезирование просто на... И пусть пациент будет довольный. Дайте всему зажить, уже он получил одну рецессию. Наоборот, чтобы заживала по форме временной коронки, чтобы она помогала формировать для сосочки. Я понимаю, про что вы говорите, но не в послеоперационном периоде и не во время операции. Все делать через... Через 3 недели заживается, все снимает. На самом деле швы снимаются даже раньше. Через дней 10 уже можно снять швы. Там быстро все очень заживает. Через месяц вы просто весь мукотомом откроетесь, поставите вы свой там абатман, какой временный, невременный. В общем-то, можно не поэтому, можно и постоянно уже поставить, потому что у вас интегрированный имплантат в этой ситуации. Но я бы не рекомендовала одномоментно делать реставрацию во время операции. Вы, скорее всего, получите некроз лоскута. Причем не вот в этой части небна, а вот там. Больше раз. Да. Ну и, наверное, пациент больше не придет. Придется скандалом. Ну, у нас все разные, конечно, но так. Вот эту методику мне бы тоже сегодня с вами хотелось отработать на свиньи, да, на голове, на практике, потому что она очень интересная, она великолепно работает. Я ей, знаете, что делаю еще, когда устанавливаю имплантаты сразу с удалением зубов, мы очень часто ограничены подвижностью вот здесь ткани, никак не свести. То есть хорошая, да, кость, например, там плотная десна, никак не сводятся края для того, чтобы ушить. То есть когда не делается одномоментная и еще нагрузка, да, то есть не восстанавливаем, мы сразу не делаем временную коронку, мы по каким-то своим причинам оставляем, да, на интеграцию имплантат. Вот для такой ситуации это тоже очень хороший метод, когда можно подтолкать. Может быть, не произошла первичная стабилизация во время операции, такое возможно после удаления зуба в установке, например, если очень крупный корень, мы ограничены выбором размера имплантата. Опять же, если это центральный резец, иногда мы можем не получить во время имплантации первичной стабилизации хорошей. И опасно, да, например, нагружать или сразу делать провизорную реставрацию, да, на этом имплантате. В такой ситуации вы имеете право закрыть все вот таким лоскутом и быть довольным, и знать, что у вас там всегда будет вот такой объем десны, и все будет хорошо. Значит, в области вот такого дефекта не рекомендую вообще в течение 2 месяцев делать съемные протезы, да, или какие-то съемные реставрации, потому что от давления может произойти просто атрофия. Есть такая фишечка, капа, можно капу просто делать в соседние зубы, она не теряет нагрузку, но она съемная. Ну, никто, как бы просто все же разные, да, кто-то из пациентов категорически при слове съемное их бросает в кондрашку. Но на самом деле это дело ортопедов. Если они могут что-то сделать, чтобы у меня не контактировало с десной, ради бога. Если нет, я в очень редких случаях просто вешаю на шинирующее волокно этот зуб и исключаю его из прикуса. Этого хватает до следующего там этапа уже с протезированием. Абсолютно этого достаточно. Не мудрите, ничего там не придумайте. Мы еще не поговорили с вами на самом деле об очень интересной теме, как
пластика в переимплантной зоне на этапе установки формирователей десны. Множественные 3 или 4 резекции произведены. Пытались долго-долго сохранить. Это моя пациентка. Резекции не я делала, не я мучила. Ко мне уже пришла, она с удаленным зубом, мы в таком состоянии. Было принято решение одномоментная имплантация с протезированием временной коронкой. Значит, объем мягких тканей, конечно, хотелось бы с костными структурами, но вам придется поверить мне на слово, там было все в абсолютном порядке. Вот, требовалось наращивание, ну, менеджмент такой вот мягкотканной, аугментацию сделать. К сожалению, методику операции снять не получилось. Я вам все покажу, я ничего не утаю. Значит, сделали мы с неба, взяли лоскут, его расщепили. На небе у нас осталось эпителиальный слой, который мы потом подшили. А расщепленный лоскут на ножке. Вот он. Мы его подвернули и подшили туда. И получили объем мягких. Эта пациентка уже имеет постоянную реставрацию, но, по-моему, вот так это выглядит через 10 дней. Вот этот шов, который на вожжах туда утаскивал, вот где-то приблизительно вот в таком зоне он должен у вас находиться, которым вы будете шов, которым вы подворачиваете сам вот этот трансплантат на ножке. Здесь сразу вот произошло хотя бы объемное такое увеличение мягких тканей. Это вот сам послеоперационный период, это после снятия швов. Так. А это уже... Это уже не другой, она? Нет. Это уже другое. Сейчас. Так. Ну вот пришла пациентка, 10 лет конструкция. 10 лет назад она протезировалась у нас, сама сейчас пациентка живет за границей. Молодая женщина, всего 42 года. Ну, понятно, что вот это безобразие вообще полное, то, что у нее во рту. При этом, посмотрите, какой у нее шикарный биотип десны. И что произошло, да? Какая рецессия произошла с десной там, где по типу десны вообще не было ни расположенности, ничего. Это то, о чем мы с вами, доктор, говорили. Это ортопедическая работа, которая была выполнена некорректно и приведшая вот к таким рецессиям. Наблюдается асимметрия положения десневого края во втором сегменте. Пациентка категорически, то есть ей сначала ортопеды предложили что сделать? Запротезировать на новую высоту рецессии. Но она категорично говорит, у меня и так были, мне не нравились вот эти лошадиные зубы, как она выразилась, а вы мне сделаете, получается, еще выше. Вот это. Вот так это выглядело после операции. Мы взяли просто ротированный лоскут. К сожалению, у нас были очень ограниченные временные рамки. Мы вынуждены были без вкладок даже оперировать. Мне было жутко неудобно, потому что у меня вообще не было ни анатомических ориентиров, ничего. Сразу после операции пациентки одели новую временные коронки уже на новую высоту клиническую.